Короче, друзья, тема такая, где-то без пяти час ночи, блядь. Смотрю, немцы пошли в ресторан, блядь. Думаю, сука, прослежу, что ж такое, блядь. Прихожу, тут ночной суп, блядь. С 12 ночи до 2 ночи. Ну и пришлось и мне зайти. Блядь, сейчас ночи я пришел суп. Ухухавань, блядь. Я такой суп охуенный, блядь. Реально. С рыбой, блядь, какой-то. Вкусный, блядь. Паста, блядь. Ни хера знает, как она называется. Народ, блядь. Народ хавает, реально, блядь. Вон, час ночи, блядь. Час ночи народ пиздячит, блядь. Час ночи немцы пришли хавать, блядь. Говорите, что неплохо и мало идет, блядь. Бля, ну я пришел пожрать, ну что делать, блядь. Не оставляй же немцам все. Я сейчас лопну, но его доем, блядь. Это пиздец, блядь. Друзья, это ночной суп. Это Турция, детка.